Серия номер 6. Настоящий врач-психотерапевт не является каким-то врачом в халате, в белом колпаке, с крестом на шапке. Это обычный человек, обладающий медицинскими знаниями, и, как правило, он вообще не одевает пугающий халат. Мало этого, вам не нужно посещать какой-то традиционный кабинет врача. Вы можете сделать это просто онлайн, по видеосвязи, по WhatsApp. Вы просто проводите онлайн-консультацию из ваших домашних обычных условий.